Итак, дорогие друзья, скоро Новый год. Совсем уже скоро, уже остаются считанные денечки. И мы, конечно же, будем говорить о том, как нам украсить праздничный стол с точки зрения вкусностей. Я предлагаю сейчас очень быструю, дешевую закуску, потому что, как показывает практика, люди, конечно, не все хотят выкладывать краба и черную икру на стол. Поэтому мы будем делать закуску не из черной, а из селедочной икорки. Вкусно получится. Итак, у нас сегодня, значит, по плану пожарим тосты. Сразу ставлю на девяточку. На сливочном масле тосты, конечно, гораздо вкуснее получаются, чем на каком-либо другом. Поэтому у меня здесь все уже подготовлено. Осталось всего лишь нарезать хлебушек. Оп, вот так, три кусочка чиабатты. Перекладываем сюда и жарим. В этом ковшечке у меня стоит вода. Я включаю конфорку и ставлю что? На эту кастрюльку я ставлю таймер 3 минуты ровно и отправляю сюда перепелиные яйца. Зачем думать о том, сколько их варить? Нужно поставить таймер, и он сам отключится. Так, тосты у нас румянятся. Получаются очень красивые. Самое главное что? Высокая температура, быстро обжарили, чтобы они сверху были хрустящие, а внутри были мягкие. Пока у нас яички варятся, а тосты жарятся, подготавливаем доп. Ингредиенты. Зеленый лук я режу тоненькими колечками, без всяких возражений, просто зеленый лук. Он у нас есть круглогодично, поэтому проблемы в этом ингредиенте не будет ни у кого, я уверен. Так, лук вот сюда. Потом я взял маринованный перчик и режу тоже его колечками. Это чили-перец, он острый, поэтому смотрите сами, регулируйте пикантность в ваших блюдах. Я люблю поострее, поэтому режу его всегда побольше. Тосты готовы, тосты отключили. Перекладываем их на салфеточку для того, чтобы тосты, во-первых, остывали, во-вторых, пусть питается лишнее масло. И на салфетке они не будут отсыревать, как если бы мы их полностью положили на доску. Икра селедки у меня, я ее вилочкой раздавил, пленки убрал, осталось все рассыпчатое. Таймер пищит, яйца готовы. У нас готовы все ингредиенты, можно складывать их воедино. Смотрите, наискосок режем тосты. Теперь на них выкладываем сметану. Сметану нужно взять густую. Самую густую, какая попадется. У меня 30% жирности. Блюдо, сразу скажу, не диетическое, но мы же на последнем этапе перед Новым годом. Какие здесь могут быть диеты? На новогодний стол нужно складывать все самое вкусное. Пусть даже немножко жирноватое, но чем жирнее сметана, тем она менее кислая. А чем более сметана сладкая, тем она вкусней. Мы же это все с детства знаем. Я сразу же возьму досточку вот такую вот красивую, для того, чтобы сразу же выкладывать нашу закуску на стол. Теперь берем яйцо перепелиное, аккуратно его разрезаем. О, в мешочек получилось. Идеально. Самый вкусный желток, когда он внутри чуть-чуть не доварен. Теперь накладываем икру. Сметану я специально солить не стал, потому что икра у нас соленая. Итак, икра у нас на тостах сверху. Теперь у нас следом идет зеленый лук. А за зеленым луком у нас идет перепелиное яйцо по половинке на каждый кусочек. Великолепно. Самое главное, что это очень вкусно. И из самых простых ингредиентов. Ну, может быть, перепелиные яйца не самые простые, но зато очень полезные. И уж к Новому-то году можно какой-нибудь ингредиент такой, не самый простой, использовать. Хотя я думаю, что перепелиные яйца продаются везде. Совершенно везде. Я очень много путешествую по России, даже по городам, которые, скажем так, совсем не миллионники. И хочу сказать, что сейчас можно практически все найти. Так, чили-перчик маринованный обязательно тут. Все это украшаем веточкой укропа. Каждый тостик. И чуть не забыл главный элемент. Яблоко. Берем зеленое обычное яблоко. Такими треугольничками нарезаем. Каждый треугольничек втыкаем в сметану. Дорогие друзья, с наступающим вас Новым годом! Вот такую простую закусочку, пожалуйста, сделайте. Поставьте на стол, пусть ваши гости порадуются. Из подручных средств очень вкусно, ароматно и, самое главное, красиво. Медея, почувствуй себя дома!